Всем привет! Сегодня у нас будет обзор ворожея с воодушевлением, прокачанным на максималку. Зачем я его делал таким? Чисто для битвы гильдий. Также он очень себя хорошо показывает на волнах, на угольной армии, за счет того, что этот герой есть автопрокер. Как только у него заполняется шкала энергии, он сразу же включает свой талантик. Фактически получается, он все время отхиливает, даже питомцев можно не брать на отхил, потому что от него отхил будет всегда. Сейчас я вам покажу, как на меня в рейде нападали. Вот смотрите на его энергию. Сейчас он в заморозке, правда, стоит. Но она всегда на фул. Вот он опять отхилился. Вот тут сейчас посмотрим. Вот он раз ударил. Дальше ему не дали ударить. Второй раз ударил. Ну, двоих героев слил. Вот сами видите, он по откату работает. Нужно 4 секунды для того, чтобы он набрал энергию. Не надо даже, чтобы его били или он бил. У него энергия набирается очень быстро. Вот так слил. Так, кто тут у нас еще нападал? Вот смотрите, как работает, отлично. Не успел черепа слить. Так, давайте я вам его покажу, сборочку. Рунами стоит ожива, пятая, топор, ослепление, в снаряжении стоит уклонение плюс крит. Многие там пишут рунами собирать воодушевление. У меня есть воодушевление рунами, это совсем не то. Для того, чтобы герой быстро заряжался и все время попадал кулдаун, лучше талантом ставить 33% набор. Также вы можете поставить ему оживу, можете поставить ему психощит, который либо воскресит, либо защитит от вражеского героя, от навыка вражеского героя. Если вы поставите рунами, ну, как бы ваш герой просто будет без оживы, без защиты. Ну, это немножко не то. Самый лучший вариант — это, конечно, талантом. Где его использовать можно? На битве гильдии, на защите, на атаке. Также очень хорошо себя показал на алтарях, особенно против корки. Когда корка срабатывает, забирается энергия, тут очень быстрый набор. Он плюс дополнительно бьет, его бьют, то есть плюс еще талантик, и он очень быстро набирает. Он фактически всегда стоит с фул энергией. Это тоже очень хорошо. Где еще можно использовать? На пришествии монстров и на турнире героев. Также угольная армия. Сейчас я вам покажу. Давайте 16-ю волну попробуем. 30 тьмы.
Чем ему этот Атлантик хорош, то что он себя все время будет хилить своих союзников, давать им атаку дополнительную. Ну, то есть ему не надо даже там особо героев бить. Вот смотрите, как работает Атлантик. У него энергия все время на фуле. Вот он соло затащил 16-ю волну. Давайте пробуем на пришествие эту волну. Сможет или нет? Единственное, конечно, то, что у него цели не так уж и много, и он бьет юнитов, скорее всего, не затащит, но в пачке, допустим, против всех остальных, да, тут его сейчас Атлантики сольют, слили, с таким же с воодушевлением Анубисом они просто творят чудеса. Давайте поставим, ради интереса, у меня есть тоже Анубис, на него сделаю отдельный обзор. Вот такой, поставим ему, ну, поставим первый психощит. Так, чтобы больше отхила было. Вот они с разных сторон. Пробуем ту же самую волну. Вот талантик работает на Анубисе тоже все время. Плюс ворожай дает отхил и дает еще дополнительную атаку и замедляет вражеских героев. Сами видите, да? Они просто не успевают к постройкам даже подойти. Вот волна Т5, два героя без проблем справляются. Давайте попробуем АА волну. Посмотрим, сможем ли мы ее затащить. А1 прошли. А2 прошли. А3. И Атлант помешал. Ну, А4 есть. Сейчас все зависит от того, откуда зайдут. Да, они здание ушатают. Ну, практически, если поиграться, в принципе, можно пройти без проблем. Что такому ворожаю можно ставить? Рунами я вам рассказал. В снаряге у меня стоит для битвы гильдии ослепляющий. Лучше всего ставить либо победный выпад, либо огненный доспех для жизни. Это два самых топовых для него. Две самых топовых чары. Также можно поставить, был у меня с проклятым полем, получается еще больше универсальный дебафер. Хранитель леса не зашел, там ставить дополнительных там пиромага, это чисто для архидемона. А так, в принципе, самый топовый это доспех, если на урон, это победный выпад, ну и проклятое поле. По созвездиям. Уклонение это будет самый топ для того, чтобы он подольше жил. Его основная задача это отхил и дебаф героев. В
принципе, все. Вот такой вот обзорчик был. Постараюсь вам показать его на разных локациях попозже. Герой очень хороший. На битве гильдии реально очень сложно стало проходить людям против именно такого состава, когда есть автопрокеры, которые убивают спам. Посмотрим, что у нас добавят в обновлении. Если там еще добавят прокачку зданий, то вообще будет супер. И побежали, откроем акции. Там у нас полчасика осталось. Снеговичков. За покупку самоцветов 10к кулаков дают. Надеюсь, после 8 у нас что-то поменяется. И будет что-то интересное в акциях. Ну, кристаллы пока дают. Тоже неплохо. Можно будет сразу прокачать нового героя на максималку. Самоцветы. Психощит. Вот хорошо, что хотя бы опять вернули психощиты, потому что новые рунки... Воодушевление рунами вообще не заходит. Во-первых, там набор 15 энергии получается. Для того, чтобы ваш герой зарядился, надо как минимум 7-8 секунд, а это очень много. Еще психощит. Редкое яйцо, ну как-то дроп не очень. Посмотрим, что там у нас в удачном флипе будет. Да, что-то ни одного героя даже не выбили. Печальненько как-то. Вот вам Ронин жаловался, ничего, еще и сундук, это за 30-ю награду, сундучок, ну хоть так, вдруг когда-то начнет воодушевление падать сундуков 5-го левела. Так, вот так вот, нахватались кристаллов. Так, побежали в следующую акцию. Удачный флип. Посмотрим, что тут у нас на Новый год. Молоток гоблина 4 уровня. Карта лабиринта выносливости. Тоже необходимые вещи, обычные выносливость КБшки. Карта квеста. Сундук 3 уровня. Ну как-то не знаю, последнее время акции на нашем серваке вообще испортились. Ничего нового не хотят делать. Даже предусмотренных 5-х рун, точнее сундуков таланта не дают. На всех серверах уже по второму кругу, а у нас еще даже ни разу не завели такую акцию. Не знаю, с чем это связано и почему. Так, по 3 пропуска дают, тоже неплохо.
Так, кристаллы героя. Ну давайте какого-то героя уже надо давать. Да, как-то печально с дропом. Надеюсь, хоть что-то добавит. Кому нужны эти расходники? Еще один молоток. Вдруг у нас ведут следующие уровни. Надо будет здание поднимать. Так, гоблина. Значки почета. Супер награда. Даже ни одного героя не словили. Как же так? Тут же должно падать куча героев. Где они? Вот так вот. Ни одного героя не словили. Так. Что у нас тут получилось? Психощиты. Три ронин, коробочка. Молоточки. Расходники. Яйца. Ну, как-то так. Печальненько все. В принципе, все. Но особо тут обзор на этого героя смысла делать нету, вы и так видели уже, выражая в действии. Я вам показал основное, что этот талантик может, как он используется. Для выражая он очень идеально заходит. Если у вас нету прокачанных там хилеров, то выражая именно с воодушевлением будет вам очень помогать на волнах и на адском саммите будет заходить. Давайте даже попробуем. Сейчас соберем команду, я вам покажу, как автопрокеры будут работать на адском саммите. Создать команду. Так, есть. Тут у нас БВшный, давайте поставим какого-то другого. Корка. Вот поставим тоже такого. Так, вместо тыквы поставим кого? Рину. Да, можно в принципе Рину поставить. Поставим такого Рина. Бигфут пусть будет. И Анубис. Стрелок. Ну и стрелок такой. Не будем там особо заморачиваться с питомцами. Давайте адский саммит 1. Создать. Старт. Сейчас увидите, как герои просто будут не успевать добегать. Конечно, таблетки они разобьют. Успеют. Но ворожай очень хорошо замедляет. Плюс Анубис. Можно сюда еще и Фину брать, чтобы они не добегали. Видите, уже ударил. Сейчас еще разок. Сейчас зарядится. Тыковку надо было, наверное, брать все-таки. Бигфут морозит. Вот без проблем. Без проблем просто сливаем их. Единственное, что у нас просто не хватит жизни зданий. И без тыковки будет сложно. Сложно это все сделать. Нужна тыковка для разгона. Ну вот так вот держимся еще, смотрите. Конечно, сейчас нас тут ушатают без тыквы, да. Но, сами видите, очень хорошо себя показывают. Так, давайте тестанем. А у нас ворожей слился.
Юнитов, кстати, очень удобно выбирать именно с таким талантом, не с Ремка, а именно с таким. Видите, как стрелок вроде убирает энергию орнитоптера его, но все равно он без раз убрал. Вот он всех юнитов убрал. Вот он мне добежал до здания, уже бьет. И бьет, скажем так, не очень слабенько, хватает урона. Вот ему осталось только ушатать фактически Анубиса. Первый раз ушатал, второй раз тоже ушатал, сейчас и третий ушатает. Благодаря тому, что у него быстрый набор, он все время практически себя хилит по откату его умения. Поэтому, если у вас есть воодушевление, можете смело ставить, не пожалеете. Все. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду стараться побольше делать вам информативных видосов про редких героев с интересными умениями. Всем пока!